Вокруг расстилается водная гладь с отдельно плавающими льдинами. 9 ноября 2007 года. В ходе посещения Южного полюса генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Антарктика, где вместо снега уже идет дождь и растет такая же трава, как на американских площадках для гольфа, находится на грани катастрофы. 21 век побил все температурные рекорды прошлых лет, причем в России она повышается в два раза быстрее, чем на других территориях. Какая-то неумолимая сила меняет климат нашей планеты. Снегопад в Африке и одновременная жара в Сибири стали реальностью нашего мира. Штормы и ураганы все чаще приходят к нам, а их последствия становятся все разрушительнее. И мир вспомнил древнее пророчество. И придет день, разверзнутся небеса, и земля станет морем. В пророчество и предсказания просто верят, не требуя доказательств. У предчувствия всегда есть повод. Хроника природных аномалий только за 2007 год не требует комментария. Факты говорят сами за себя. Австралия. Жара, обрушившаяся на континент, вызвала самую сильную засуху за последние 115 лет. Европа. От аномально высоких температур горят леса, высыхают водоемы, гибнут люди. Британские острова. Из-за ливневых дождей затоплены целые населенные пункты, жилые районы и промышленные территории. Юго-Восточная Азия. Ливни и ураганы. Северная Корея. В результате наводнений погибли и пропали без вести сотни людей. За последние 20-30 лет мы подверглись сильнейшим землетрясениям, тайфунам, наводнениям и жестоким засухам. События во время цунами на побережьях Индии и Таиланда поразили своими масштабами. Вот отрывок из заголовка французской газеты «Фита» от 26 декабря 2004 года. Он оторвал глаза от камеры, когда услышал нарастающий шум, тут же превратившийся в оглушительный грохот. Перед ним возникла стального цвета многотонная громада, несущаяся на него с чудовищной скоростью. Все остальное показала вылетевшая из его руки камера, и все остальное называлось смерть. Данью ей стали 200 тысяч утонувших детей и взрослых. Те, кто чудом остался жив, вполне могли считать, что видели своими глазами великий потоп, который был описан в Библии тысячи лет назад. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы уничтожить третью часть людей. Что заставляет пророчество превратиться в предчувствие? Почему среди повседневных дел и привычных нам забот мы вдруг начинаем ощущать тревогу, которая заставляет нас вслушиваться в голос диктора и вглядываться в кадры телевизионной хроники? Объяснение этому только одно. Количество информации, накопленное специалистами и учеными, уже не просто просачивается в средства массовой информации, а выплескивается через край. На вопрос, был ли потоп вообще, есть три ответа. Был, не был, был, но не в таких масштабах, как описано в Библии. Попробуем проанализировать имеющиеся факты. Вот как описывает это событие Ветхий Завет. В 600-й год жизни Ноевой разверзлись все источники великой бездны, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. На 15 локтей поднялась вода, и покрылись горы, и лишилась жизни всякая плоть, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле. Упоминания об этом событии сохранились не только в Библии, но и в древних преданиях многих народов. В первый же день буря свирепо дула и принесла наводнение. Нельзя было понять, где люди, где небо. 6 дней и ночей дул ветер. Когда наступило утро 7-го дня, ненастье стихло. Поверхность моря стала ровной, как крыша. Все человечество обратилось в глину.
Этот отрывок из предания древних шумеров говорит о том, что когда-то потоп уничтожил древние цивилизации. Возможно, к ним относилась и таинственная Атлантида, о которой сохранились обрывочные сведения в египетской мифологии. В 1979 и 84 годах экспедиции, в которых участвовал Александр Городницкий, обнаружили на дне Атлантического океана в районе Азорских островов странные геометрические образования на вершине горы Ампер. С точки зрения современной геологии, можно считать, что Атлантида была и погибла она, значит, в районе Азоро-Гибралтарской системы разлома в результате катаклизма, то есть коллизии, как мы говорим, между африканской плитой, навалившейся на евразийскую. Исследователи находят следы Великого потопа на разных континентах. Одна из российских экспедиций кандидата технических наук Андрея Склярова обнаружила их в древнем городе Центральной Америки. Кое-какие следы мы сейчас нашли именно допотопной цивилизации в Мексике. Они практически неизвестны, но некоторые постройки накрыты очень толстым слоем глины. Не земли, как обычно, а именно глины. Глина могла принести только водный поток. Еще в 50-е годы в горах Курдистана американскими археологами была открыта крупная карстовая пещера. Было доказано, что 12 тысяч лет назад в нее ворвался мощный водяной вал, смывший трехметровый слой почвы. Приблизительная дата гибели Атлантиды, которая по одной из версий находилась неподалеку в районе Средиземного моря, вполне совпадает по времени с этим событием. Значит, всемирный потоп все-таки был. Но что же вызвало эту катастрофу? Каковы же были причины, которые привели в действие механизм всемирного потопа? Существует ряд смелых идей, которые в какой-то степени объясняют загадку этого явления. В те дни, когда вострубит седьмой ангел, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. В середине 30-х годов прошлого века американский ясновидящий Эдгар Кейси говорил о будущем изменении береговых линий. По его предсказаниям составили карту мира 21 века. На ней нет крупнейших городов Соединенных Штатов – Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Нет на ней и Нового Орлеана, он под водой. Предсказание Кейси сбылось. Через несколько десятков лет, в сентябре 2005 года, в Соединенных Штатах Америки разразился невероятные силы тропический ураган Катрина, который накрыл весь Новый Орлеан. За считанные часы один из красивейших современных городов был разрушен и превратился в гниющее болото с плавающими в нем трупами людей. Самая мощная страна мира оказалась бессильной перед безжалостной стихией, ибо предвидеть масштабов этого бедствия не мог никто. Однако Эдгар Кейси предупреждал. Беспрецедентным событием было заседание Совета Безопасности в ноябре 2007 года. Постоянный представитель Великобритании при ООН Джон Перри заявил, что в новом столетии основной угрозой человечеству, причиной нестабильности и исчезновения целых государств, станет изменение климата планеты. Его слова подтверждают ученые. Полярные льды могут полностью растаять через 60 лет, и тогда жизнь на Земле изменится до неузнаваемости. Уровень мирового океана поднимется настолько, что многие прибрежные страны, а в них живет треть населения Земли, уйдут под воду, а оставшиеся участки суши станут безводной пустыней. Мы прошли точку невозврата. И эта точка невозврата пройдена была примерно в году в 1960-м. Именно тогда, где-то между 1950-м и 1960-м годом, биомасса человечества, мы с вами, плюс наши сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственные растения, вот все-все вместе, биомасса, вот все, что связано с антропогенным, превысила биомассу суши, превысила естественные леса, превысила естественные поля. И похоже, что вот с того момента, где-то 60-х годов, все изменилось и все потекло по-другому. Согласно выводам экспертов ООН, причина сегодняшних аномалий, вызывающих глобальное потепление, так называемый парниковый эффект. Заметив эту опасность, государства еще в 1997 году подписали Киотский протокол, международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу.
Часть ученых высказалась цифрами в руках, что Киотский протокол надо подписывать, что действительно вклад парникового эффекта в потепление значительный. Вот это один из рычагов сдерживания потепления климата. Прошло несколько лет, и неожиданно мнения ученых разделились. Многие из них заявили, промышленная деятельность человека не является основной причиной изменения климата на нашей планете. Сейчас весь мир озабочен тем, чтобы сократить число техногенных выбросов в атмосферу. Но можно сказать, что все эти факторы не составляют и 10% от выбросов в атмосферу углекислого газа вследствие геотектонических процессов. Хребты, которые пронизывают дно Мирового океана, постоянно имеют высокую вулканическую активность. И происходят гигантские выбросы газов, с которыми человеческая деятельность просто несопоставима. У нас один вулкан способен выбрасывать в атмосферу столько углекислого газа, сколько не производит наша промышленность там за десяток лет. Известно, что за последние 50 лет воздух в Антарктиде потеплел на 2,5 градуса. Вместо снега там уже идут дожди. Чтобы проверить идею о влиянии промышленной деятельности человека на изменение климата планеты, ученые сопоставили данные потепления в Антарктиде и в других частях света, где влияние парникового эффекта уже доказано. Это сравнение показало, что в Антарктиде происходят иные процессы, и что человек, возможно, не главный виновник глобального потепления. Но причины, по которым оно все-таки происходит, остаются. И одной из них наши ученые стали называть Солнцем. Четвертый ангел вылил чашу свою на Солнце, и дано было ему жечь людей огнем. Дело в том, что предания говорят о том, что наше это Солнце, наш мир, оно погибнет в огне. Есть одна из версий, что эти события, это предсказание связано именно с возрастанием активности Солнца. Снимки солнечной короны, сделанные астрономами во время затмения 29 марта 2007 года, показывают, что в работе Солнца произошли явные изменения. Астрономы Пулковской обсерватории утверждают, Солнце разогрелось так, что наблюдается интенсивное таяние ледников на Марсе. Древние жители Мексики в своих календарях, например, упомянули 2012 год, да, о том, что грядет какая-то катастрофа, смена как бы пятого Солнца и смена идет катаклизм. Поэтому 2012 год не за горами, мы посмотрим, что за этим нас ждет. Удивительно, но специалисты выяснили, что следующий цикл солнечной активности придется на 2011 год, и по мощности он будет самым сильным за последнюю 1000 лет. Создается впечатление, что индейцы майя знали, что Солнце может разгневаться на человечество, и даже указали точную дату. Значит, в активности Солнца причина глобального потепления? Нет. Оказывается, и в этом случае ученые отвергают однозначный ответ. Дело не только в возрастании активности Солнца. Дело в том, что активность Солнца непосредственно связана с состоянием нашей ионосферы Земли. Ионосфера Земли защищает нас от жестких излучений Солнца, экранирует излишки тепла и как бы гасит его мощное воздействие. И здесь опять поиск причин глобального потепления приводит нас к следам энергичной деятельности человека. Не всем, например, известны факты по активному внедрению в святая святых, в ионный слой атмосферы. Отрабатывались методы частичного разрушения ионного слоя, и жесткому рентгеновскому облучению подвергалась конкретная местность. Видимо, результаты были такими впечатляющими, что в конце 70-х годов США и СССР заключили соглашение, которое наложило запрет на подобные испытания. Криптон-85 меняет электропроводимость атмосферы. Если развитие атомной энергетики будет идти такими же темпами, как оно идет, то к 2020 году число штормов, бурь, ураганов, тайфунов на Земле будет такое, что жить будет нельзя. Американские космонавты посчитали, что число молний, которые наблюдаются из космоса на Земле, в 100 раз больше сейчас, чем наблюдалось вот, не, там, 15 лет тому назад. Вот, может быть, мы уже вползли в этот апокалипсис, который мы сами своими руками и сделали. Однако Солнце само способно пробить ионосферу Земли, и при усилении его активности защитный слой ослабевает. Значит ли это, что сегодняшнее потепление на планете вызвано возросшей солнечной активностью?
Ну, 5 миллиардов лет, скажем, примерно, Солнце живет. Значит, пока горючее не исчерпано. Что будет с Солнцем дальше? Вот если горючее исчерпается, Солнце может превратиться, скажем, в красный гигант. Тогда у нас все выкипит на Земле, ничего не будет. А потом превратится в белый карлик. Сожмется и все. Ну, до этого дожить надо. 5 миллиардов лет, можно спать спокойно. Пока. Собственно, наше знание того же Солнца еще меньше, чем знание нашей атмосферы. Вот к прогнозам событий на Солнце нужно относиться, на мой взгляд, ну, в лучшем случае, как к прогнозам погоды. Они могут сбыться, могут не сбыться. Надо рассматривать вот все эти изменения климата, изучая историю не на протяжении вот сотни. Ведь наше инструментальное наблюдение за изменением климата и погоды, ну, примерно 150 лет. Значит, а все остальное в сводах летописей, в сводах архивных записей рассматривается на тысячелетие. Действительно, чтобы предвидеть состояние климата на Земле через десятки или сотни лет, надо знать, что было в прошлом. Но современные средства нам кое-что позволяют. Например, взятые на большой глубине образцы гренландских льдов говорят специалистам о том, какая была температура 1000 лет назад. Было холоднее, говорят специалисты. Они же смогли разглядеть еще одну возможную причину всемирного потопа. Ее увидели из космоса. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Еще в середине 20 века специалисты считали, что одной из вероятных причин всемирного потопа могло стать столкновение Земли с другим небесным телом. Каковы же доказательства этой версии? В 2004 году специалист Лос-Аламосской лаборатории США Брюс Массе провел анализ 175 легенд и мифов различных народов, в которых описывается глобальное стихийное бедствие, приведшее к гибели существовавшей тогда цивилизации. Анализ древних текстов позволил Массе предположить, что причиной этой катастрофы стало падение в океан гигантской кометы. Снимки, сделанные со спутника, показали, что это произошло на юго-западной части Индийского океана, недалеко от Мадагаскара. Последовавший за падением сильнейший взрыв с тротиловым эквивалентом в 200 гигатон разрушил земную кору и выбросил в атмосферу породу, которая очень скоро начала оседать на Землю в виде капель расплава, вызвавших масштабные пожары. Но это было только начало. Взрыв породил гигантские цунами. Через несколько часов 90-метровые волны достигли Мадагаскара. Через 5 часов цунами накрыли побережье Южной Америки, Австралии и Индии. Но самое страшное происходит потом. Чудовищный взрыв испарил и выбросил в атмосферу огромные массы морской воды. И уже через сутки они начали выпадать на Землю в виде непрерывного дождя, превратившего низменности всех континентов в сплошные моря с выступающими вершинами гор и холмов. Еще несколько десятилетий назад известный американский писатель Айзек Азимов писал, что само движение ковчега на север к горе Арарат, то есть по направлению от берега, говорит в пользу версии цунами. И действительно, следы огромных цунами остались на Земле. Больше ученые узнают о нашей планете Земле, о планетах Солнечной системы, о галактике, тем вероятность происхождения каких-то событий, которые были маловероятны, становится выше. В нашей новейшей истории, кроме падения Тунгусского метеорита, мы ничего не наблюдали подобного.
В начале 90-х годов ученые думали, что вероятность повторения такого события крайне мала. Однако 14 июня 2002 года астероид, который при столкновении мог бы уничтожить целую страну, пролетел на расстоянии всего лишь 120 тысяч километров от Земли. А 23 марта 1993 года комета Шумейкера-Леви, разбившись на фрагменты, атаковала Юпитер. После этого всем стало ясно, что Земля также не застрахована от такой опасности. Однако этот сценарий скорее объясняет возникновение глобального потопа в прошлом, тогда как причины будущего могут быть совершенно иные. И одно из них стали находить подтверждение уже в середине 20 века. И сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на Земле. В 1934 году Эдгар Кейси предсказывает: в начале 21-го столетия произойдет смена полюсов. В Арктике и Антарктиде произойдут смещения, результатом которых будут вулканические извержения в тропическом поясе. Северная Европа изменится в мгновение ока. В западной части Америки расколется земля. Больше половины Японии погрузится в море. Та же участь ждет Англию и большую часть Италии. Кейси не сказал, о каких полюсах идет речь, о магнитных или географических. Тем не менее, его слова начали подтверждаться. 11 августа 1999 года ученые зафиксировали, что магнитные полюса нашей планеты пришли в движение. За последние годы магнитный полюс переместился уже более чем на 200 километров и сейчас находится в Северной Канаде. Связано ли это как-то с глобальным потеплением или, наоборот, им вызвано, наука пока не в состоянии объяснить. Этот факт остается пока весьма загадочным. В Европе может наступить большое похолодание, в каких-то местах будет большое потепление, что еще сейчас наблюдается. Зона умеренного климата превратится в пустыню. Известно, что восточные штаты Северной Америки уже претерпевают снижение температуры на 1-2 градуса, а повышение температуры фиксируется, в частности, в Африке. И такие эффекты, связанные с изменением положения полюсов, они будут прогнозировать, прогрессировать по мере увеличения их смещения. Модели адекватные, которые позволили бы спрогнозировать влияние магнитного поля Земли на ее состояние климата, пока не созданы. По мнению ученых, среди которых был и Альберт Эйнштейн, это происходит потому, что земной шар как бы опрокидывается, что меняет расположение его географических полюсов на 30 градусов. Кувырок Земли приносит невероятные силы глобальные катаклизмы. Одни материки опускаются под воду, другие поднимаются со дна Мирового океана. Происходит инерционное смещение морей и океанов. Таким выплескиванием арктических вод и льдов, резкой сменой температуры, можно объяснить мгновенную гибель и замораживание тел мамонтов, обитавших в северных районах Аляски, Сибири и других территориях с умеренным климатом. Их останки находят там в огромных количествах. Смерть гигантских животных наступила так быстро, что в их желудках сохранились непереваренные остатки зеленых растений. Вот что писал об этом французский исследователь Жорж Кювье. Мамонты и бизоны были разорваны на части и скручены так, будто в ярости действовали какие-то космические силы. Животных просто разорвало и разбросало по местности, как изделия из плетеной соломки, хотя некоторые из них весили по несколько тонн. Со скоплениями костей перемешаны деревья, тоже разодранные, скрученные и перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плавуном, впоследствии намертво замороженным. Единственный логический вывод, который можно из этого сделать, что страна, где они обитали, замерзла в тот же момент, когда эти создания лишились жизни, а затем была затоплена огромной массой воды, двигающейся с невероятной скоростью. Я считаю, что смена ледникового периода и межледниковья происходит взрывообразно. Поэтому вполне закономерно, что она происходит очень быстро, за несколько дней. Сменилось направление течений, сменилось положение литосферных плит, температуры опустились ниже 100 градусов, мамонтам не осталось шансов для выживания. Я считаю, что это доказывает
наличие глобальных катастроф, в частности, от смены магнитных полюсов, ту модель, которую я пытаюсь предложить. Мгновенное, значит, изменение ситуации и гибель биоты в результате воздействия солнечного ветра и жесткого гамма-излучения. Все, что на поверхности, погибает. Удивительно то, что согласно исследованиям, опубликованным в самых авторитетных научных журналах Nature и New Scientist, последняя смена полюсов произошла около 12 тысяч лет назад. Но именно тогда и погибла предшественница нашей цивилизации, легендарная Атлантида. Той же датой отмечено событие, описание которого дошли до нас в виде преданий о Великом потопе. Это произошло примерно 11,5 тысяч лет назад. В это время таял большой североатлантический ледник, рывками поднималась из океана Британия, и одновременно рухнула Атлантида, а не антиподы. Существование Атлантиды, в принципе, переворачивает всю историческую науку, именно потому, что тогда приходится предполагать, что существует и правомерная теория катастроф, по которой цивилизация человеческая может развиваться, а потом гибнуть. Могут ли подобные события произойти и в наше время? Уже в 2002 году французский геофизик Готье Юло обнаружил заметное ослабление магнитного поля Земли в районе ее полюсов. А ученые датского центра планетарных исследований выяснили, что в магнитном поле Земли появились дыры. По мнению исследователей, все это признаки очень скорой рокировки. Все они сходятся во мнении, что следующая смена магнитных полюсов Земли произойдет около 2030 года. Но что случится с географическими полюсами нашей планеты, мы не знаем. Нам может быть когда угодно, хоть послезавтра, потому что мы не знаем механизм магнитного поля Земли, и мы не знаем природы инверсии магнитного поля. Изменение магнитосферы, сползание, изменение полюсов, которые сейчас носят прогрессирующий, лавинообразный характер, совершенно не ясно. Однако, несмотря на то, что ученые не представляют механизма этого явления, правительства многих стран серьезно отнеслись к этим изменениям. И более того, начали к ним готовиться. По неофициальным данным, Япония готовит базы для будущих массовых переселений ее жителей в более безопасные регионы планеты. Угроза затопления коснется не только Японии, но и стран Западной Европы. И на вопрос, в какой степени и кого это коснется, у специалистов существуют разные ответы. Некоторые придерживаются крайней точки зрения. Япония предпринимала в свое время шаги о переселении части своих жителей на Корейский полуостров, Маньчжурию. В общем-то, они решали в какой-то степени и геополитическую задачу на будущее разместить свое население на более стабильных, с точки зрения сейсмологических, более благоприятных условиях. И Соединенные Штаты, и Канада, и Италия, и Франция, Германия, Англия будет полностью уничтожена. Северные страны, скандинавские, тоже уничтожены. Пострадает, правда, и северо-запад России, Черноморское побережье. Но это будет несравнимо с полной гибелью НАТО. Насколько близко мы подошли к этому рубежу, стало ясно в апреле 2007 года. Тогда впервые в истории проблему изменения климата и последствий этого рассмотрел Совет Безопасности ООН. Это была беспрецедентная новость. Совет Безопасности, контролирующий вопросы войны и мира, то есть разрешение международных конфликтов, занялся вопросами климата. Инициатором обсуждения вопроса о глобальных изменениях выступила Великобритания. Но почему инициатором стала именно эта, пока вполне благополучная с точки зрения сегодняшнего климата, страна? Еще ранее, значит, этим вопросом озаботился такой одиозный геополитик, который являлся одним из идеологов Третьего рейха, это Карл Хаусгофер. Он уже в 20-е годы высказал во всей полноте все прогнозы насчет геополитических изменений, грядущих на Земле, и необходимости Германии занять в процессе этих геополитических изменений достойное место. Может быть, отчасти этого объясняется агрессивность гитлеровского режима. Не всем известно, что именно в Англии, кроме Катренов Нострадамуса, предсказывающих ей масштабное наводнение, имеются и другие не менее серьезные предупреждения и предсказания.
В Британском музее хранятся документы XIX века, в которых ясно и четко говорится, что судьба британских островов – быть первыми в списке жертв, которые будут уничтожены подводными вулканами и водой. Этот таинственный, но вполне исторический документ датируется 1882 годом. Он написан махатмами Востока и адресован тогдашним колонизаторам, англичанам. Из него следует: начало процесса изменения привычных нам очертаний суши начнется именно с Англии, и это многое объясняет в той активности, с которой благополучная Великобритания обсуждала этот вопрос в ООН. Однако в письме Махатм нет даже намеков о сроках этих событий, и, казалось бы, беспокоиться рано. Но у Нострадамуса, как были уверены его комментаторы, начало этих изменений указано. И это был именно день изменения направления электромагнитного излучения Земли. Напомним, что начало движения магнитных полюсов зафиксировано учеными 11 августа 1999 года. То есть по Нострадамусу они уже начались в конце 20 века, и первой должна пострадать Великобритания. Вот что писал Нострадамус. «Над Парижем планеты замкнут с собой крест. Это принесет страшные бедствия Западной Европе, которая может быть смыта морем или уничтожена. Наводнения зальют Британию». А вот факты. 20 век. 11 августа 1999 года в 11 часов 10 минут по Гринвичу над Парижем происходит солнечное затмение. При этом Солнце, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран образовали крест на небосводе. В этот же день начали двигаться магнитные полюса. Нострадамус говорит о наводнении, но тоже не указывает точную дату, когда оно произойдет. Понимать мы можем так: после затмения. Но есть другой, не менее важный вопрос. Если действительно часть западноевропейских стран будет затоплена наступающим океаном, а их население успеет спастись, то куда оно направится? Где они найдут спасение и где будет их новая родина? И вот именно здесь возникает связь между инициативой Великобритании в Совете Безопасности ООН и экспансией стран НАТО в отношении Сербии, где Англия снова была одной из самых активных ее участниц. Напомним, что за полгода до нашумевшего в прессе затмения 11 августа в марте 1999 года страны НАТО начали бомбить Сербию. Последовавшая затем наземная операция привела к оккупации Косово. Причиной была объявлена необходимость остановить вооруженный конфликт между сербами и албанцами, хотя поспешность вторжения заставила многих считать, что страны НАТО не столько заботятся о мире и демократии, сколько преследуют свои далеко идущие цели. Какие же цели? Прошло 8 лет, прежде чем произошли события, которые позволяют теперь вспомнить об оккупации Сербии в совершенно неожиданном свете. Дело в том, что в свое время, в 2002 году, я был соавтором книги «Балканы сегодня и завтра. Военно-политические аспекты миротворчества». Мы рассматривали многие вопросы. И как раз только-только закончилась война в Югославии с участием натовских войск. Я думаю, что там решалась не только политическая задача, но в некотором смысле и геополитическая задача. Известно, что республики бывшей Югославии расположены в основном на нагорьях, на сотни метров выше уровня моря. Наводнения им, по всей видимости, не грозят. В этом смысле это довольно безопасный регион, сходный по климату с остальными странами Центральной Европы. А при угрозе исчезновения целых государств невольно приходится вспоминать, что страны НАТО уже захватили плацдарм на Балканах. Ведь там уже находятся их войска. В результате затопления огромных территорий сотни миллионов человек могут оказаться без крова и питьевой воды.
пресной воды порядка 30% сейчас нормально используется. Где-то порядка 2 миллиардов человек, значит, либо питается пресной водой, подпитывается на голодном минимуме, либо, значит, пользуется водой, скажем, некачественной. И от этого много смертей, от дизентерии и от прочих болезней. Глобальные изменения неизбежны. Грядет великое переселение народов, борьба за ресурсы, как энергетические в форме нефти, так и основные ресурсы, ресурсы пресной воды, которые у нас имеются в России в районе озера Байкал и вот озера Онежского и Ладожского. И грядет столкновение народов. И ангел поднял руку свою к небу и клялся, что времени уже не будет. Все мы знаем историю гибели «Титаника». Катастрофа огромного корабля, столкнувшегося с колоссальным айсбергом. Удивителен факт необычайного предвидения, сделанного журналистом Морганом Робертсоном в повести «Тщетность», опубликованной в 1896 году. В ней рассказывалось об огромном роскошном лайнере «Титан», построенном в Англии и считавшемся непотопляемым. В первом же плавании он столкнулся с айсбергом и затонул. Это может показаться невероятным, но еще удивительнее то, что один из кочегаров «Титаника» читал эту повесть в перерывах между вахтами во время рейса. Он пришел в ужас, узнав описание того самого корабля, на котором находился. Во время захода в очередной порт кочегар с корабля сбежал. Человечество было предупреждено о катастрофе «Титаника» за 6 лет. Точно так же, как оно предупреждено о будущих опасностях древними преданиями и предсказаниями провидцев. В чем-то они... ученых. За последние 100 лет произошло глобальное потепление, а это чревато тем, что подтоплению подлежат все приморские приоконические города. Известно, что из 20 мегаполисов мира 14 находятся на побережье, и все они, в принципе, пострадают. Ну, конечно, я уже не говорю о тех районах, которые находятся ниже уровня Мирового океана, и низменные районы. По данным, опубликованным ООН в феврале 2007 года, в мире скоро окажется около 200 миллионов беженцев. И это вовсе не фантазии авторов голливудских фильмов. По масштабам последствий, это явление может превосходить великое историческое переселение народов в прошлом. Географическая карта, политическая карта, климатическая карта в ближайшие 30-50 лет изменится кардинально. Это вот первое. Второе. Потепление климата в 2-3 градуса, как следствие, могут быть потрясения, которых сейчас мы наблюдаем только предвестники, а в перспективе это может быть миграция населения, которая будет просчитываться от 100 и более миллионов человек. Это будет проблема. Проблема приема этого населения в страны, которые менее пострадали. Можно допустить два варианта. Первый вариант, что их примут, как погорельцев в русских деревнях, так? А второй вариант, их и на порог не пустят. Тогда они вынуждены будут силовым методом добиваться места, как говорится, под солнцем, и вблизи орошаемых земель и питьевой воды. Вот это уже будет конфликт. Для всех этих сотен миллионов людей потоп может оказаться реальностью уже в следующем, а может быть и в этом поколении. Тающие льды на наших полюсах могут поднять уровень Мирового океана на 60 метров. Становится ясно, что картина мира рано или поздно сильно изменится. А вместе с ней, конечно, поменяется и политическая карта. Возможность, если и не всемирного, то континентального потопа в 20 веке постепенно превращается из предчувствия в серьезное предположение. В последнее время в средствах массовой информации нередко представляют картины будущего планеты, напоминающие время после всемирного потопа.
Например, газета «Шпигель» так описывает лето 2040 года. Небоскребы Нью-Йорка поднялись, как рифы из моря, вдали от побережья. Давно уже поглощены морем Гамбург и Гонконг, Лондон, Каир, Копенгаген и Рим. Территория Великобритании превратилась в архипелаг, в котором Англия, Шотландия и Уэльс стали островами. С тех пор, как усилилось таяние ледниковых шапок на обоих полюсах, море поглотило целые страны. Дании, Голландии, Бельгии больше не существует. Становится не по себе, когда читаешь эти строки. Несколько успокаивает лишь то, что их писала бойкая перо журналиста. Но вот что говорил американский ясновидящий Эдгар Кейси о будущем России в этом процессе. Климат в будущей России станет менее суровым и более благоприятным. Центром возрождающейся цивилизации я вижу Западную Сибирь, которая будет самым безопасным местом на Земле. Он правильно говорит. Это одна из самых больших плит в мире, где никаких землетрясений не было, нет и не будет. Все правильно. И у нас на русской платформе тоже не будет. У нас только отраженные могут приходить и так далее. Он абсолютно прав. Если Кейси прав, то для России грядущие изменения пройдут без многомиллионных человеческих жертв. Однако, что бы ни случилось в будущем, человечество все-таки остается одной семьей. И справляться с грядущими трудностями нам придется всем вместе. Что-то мы уже можем противопоставить стихии. Против метеоритной опасности разработчики программы «Цитадель» предлагают направленными взрывами ракет менять траектории астероидов, угрожающих Земле. Уже сейчас возможно более точно предугадывать землетрясения и гигантские цунами. Но как быть с усилением солнечного излучения? Что делать перед наступлением моря? Людям нужно пересмотреть все свои критерии и оценки. Все должно отступить перед страхом всеобщей гибели, все наши разногласия. И какая-то борьба, все это нелепо до предела. Нужно взяться за руки и всем бороться за выживание. Объединение уже началось. 24 сентября 2007 года более 150 государств приняли участие во встрече на высоком уровне в штаб-квартире ООН. На заседании присутствовали порядка 80 глав государств. Основные обязательства по ограничению выбросов парникового газа взяли на себя страны Евросоюза, Японии и Канады. Россия и Украина обязались сохранить выбросы на уровне 90-го года. Китай и Индия обязательств на себя не брали. Отказались от участия в квотах по выбросам парниковых газов в атмосферу и Соединенные Штаты Америки. Как говорится, имеющий уши да услышит. Только времени осталось совсем немного. Атмосферу столько углекислого газа, сколько не производит наша промышленность там за десяток лет. Известно, что за последние 50 лет воздух в Антарктиде потеплел на 2,5 градуса. Вместо снега там уже идут дожди. Чтобы проверить идею о влиянии промышленной деятельности человека на изменение климата планеты, ученые сопоставили данные потепления в Антарктиде и в других частях света, где влияние парникового эффекта уже доказано. Это сравнение показало, что в Антарктиде происходят иные процессы, и что человек, возможно, не главный виновник глобального потепления. Но причины, по которым оно все-таки происходит, остаются. И одной из них наши ученые стали называть Солнцем. Четвертый ангел вылил чашу свою на Солнце, и дано было ему жечь людей огнем. Дело в том, что предания говорят о том, что наше это Солнце, наш мир, оно погибнет в огне. Есть одна из версий, что эти события, это предсказание связано именно с
возрастанием активности Солнца. Снимки солнечной короны, сделанные астрономами во время затмения 29 марта 2007 года, показывают, что в работе Солнца произошли явные изменения. Астрономы Пулковской обсерватории утверждают, Солнце разогрелось так, что наблюдается интенсивное таяние ледников на Марсе. Древние жители Мексики в своих календарях, например, упомянули 2012 год, да, о том, что грядет какая-то катастрофа, смена как бы пятого Солнца и смена идет катаклизм. Поэтому 2012 год не за горами, мы посмотрим, что за этим нас ждет. Удивительно, но специалисты выяснили, что следующий цикл солнечной активности придется на 2011 год, и по мощности он будет самым сильным за последнюю тысячу лет. Создается впечатление, что индейцы майя знали, что Солнце может разгневаться на человечество, и даже указали точную дату. Значит, в активности Солнца причина глобального потепления? Нет. Оказывается, и в этом случае ученые отвергают однозначный ответ. Дело не только в возрастании активности Солнца. Дело в том, что активность Солнца непосредственно связана с состоянием нашей ионосферы Земли. Ионосфера Земли защищает нас от жестких излучений Солнца, экранирует излишки тепла и как бы гасит его мощные воздействия. И здесь опять поиск причин глобального потепления приводит нас к следам энергичной деятельности человека. Не всем, например, известны факты по активному внедрению в святая святых, в ионный слой атмосферы. Отрабатывались методы частичного разрушения ионного слоя и жесткому рентгеновскому облучению. Под изменение привычных нам очертаний суши начнется именно с Англии. И это многое объясняет в той активности, с которой благополучная Великобритания обсуждала этот вопрос в ООН. Однако в письме Махатм нет даже намеков о сроках этих событий, и, казалось бы, беспокоиться рано. Но у Нострадамуса, как были уверены его комментаторы, начало этих изменений указано. И это был именно день изменения направления электромагнитного излучения Земли. Напомним, что начало движения магнитных полюсов зафиксировано учеными 11 августа 1999 года. То есть по Нострадамусу они уже начались в конце 20 века, и первой должна пострадать Великобритания. Вот что писал Нострадамус. «Над Парижем планеты замкнут с собой крест. Это принесет страшные бедствия Западной Европе, которая может быть смыта морем или уничтожена. Наводнения зальют Британию». А вот факты. 20 век. 11 августа 1999 года в 11 часов 10 минут по Гринвичу над Парижем происходит солнечное затмение. При этом Солнце, Луна, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран образовали крест на небосводе. В этот же день начали двигаться магнитные полюса. Нострадамус говорит о наводнении, но тоже не указывает точную дату, когда оно произойдет. Понимать мы можем так, после затмения. Но есть другой, не менее важный вопрос. Если действительно часть западноевропейских стран будет затоплена наступающим океаном, а их население успеет спастись, то куда оно направится? Где они найдут спасение и где будет их новая родина? И вот именно здесь возникает связь между инициативой Великобритании в Совете Безопасности ООН и экспансией стран НАТО в отношении Сербии, где Англия снова была одной из самых активных ее участниц. Напомним, что за полгода до нашумевшего в прессе затмения 11 августа в марте 1999 года страны НАТО начали бомбить Сербию. Последовавшая затем наземная операция привела к оккупации Косово. Причиной была объявлена необходимость остановить вооруженный конфликт между сербами и албанцами, хотя поспешность вторжения заставила многих считать, что страны НАТО не столько заботятся о мире и демократии, сколько преследуют свои далеко идущие цели. Какие же цели? Прошло 8 лет. Прежде чем произошли события, которые позволяют теперь вспомнить об оккупации Сербии в совершенно... 21 век побил все температурные рекорды прошлых лет. Причем в России она повышается в два раза быстрее, чем на других территориях.
Какая-то неумолимая сила меняет климат нашей планеты. Снегопад в Африке и одновременная жара в Сибири стали реальностью нашего мира. Штормы и ураганы все чаще приходят к нам, а их последствия становятся все разрушительнее. И мир вспомнил древнее пророчество. И придет день, разверзнутся небеса, и земля станет морем. В пророчество и предсказания просто верят, не требуя доказательств. У предчувствия всегда есть повод. Хроника природных аномалий только за 2007 год не требует комментария. Факты говорят сами за себя. Австралия. Жара, обрушившаяся на континент, вызвала самую сильную засуху за последние 115 лет. Европа. От аномально высоких температур горят леса, высыхают водоемы, гибнут люди. Британские острова. Из-за ливневых дождей затоплены целые населенные пункты, жилые районы и промышленные территории. Юго-Восточная Азия. Ливни и ураганы. Северная Корея. В результате наводнений погибли и пропали без вести сотни людей. За последние 20-30 лет мы подверглись сильнейшим землетрясениям, тайфунам, наводнениям и жестоким засухам. События во время цунами на побережьях Индии и Таиланда поразили своими масштабами. Вот отрывок из заголовка французской газеты «Фита» от 26 декабря 2004 года. Он оторвал глаза от камеры, когда услышал нарастающий шум, тут же превратившийся в оглушительный грохот. Перед ним возникла стального цвета многотонная громада, несущаяся на него с чудовищной скоростью. Все остальное показала вылетевшая из его руки камера, и все остальное называлось смерть. Данью ей стали 200 тысяч утонувших детей и взрослых. Те, кто чудом остался жив, вполне могли считать, что видели своими глазами великий потоп, который был описан в Библии тысячи лет назад. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы уничтожить третью часть людей. Что заставляет пророчество превратиться в предчувствие? Почему среди повседневных дел Эньбуря свирепо дула и принесла наводнение? Нельзя было понять, где люди, где небо. 6 дней и ночей дул ветер. Когда наступило утро 7-го дня, ненастье стихло. Поверхность моря стала ровной, как крыша. Все человечество обратилось в глину. Этот отрывок из предания древних шумеров говорит о том, что когда-то потоп уничтожил древние цивилизации. Возможно, к ним относилась и таинственная Атлантида, о которой сохранились обрывочные сведения в египетской мифологии. В 1979 и 84 годах экспедиции, в которых участвовал Александр Городницкий, обнаружили на дне Атлантического океана в районе Азорских островов странные геометрические образования на вершине горы Ампер. С точки зрения современной геологии, можно считать, что Атлантида была, и погибла она, значит, в районе Азоро-Гибралтарской системы разлома в результате катаклизма, то есть коллизии, как мы говорим, между африканской плитой, навалившейся на евразийскую. Исследователи находят следы Великого потопа на разных континентах. Одна из российских экспедиций кандидата технических наук Андрея Склярова обнаружила их в древнем городе Центральной Америки. Кое-какие следы мы сейчас нашли именно допотопной цивилизации в Мексике. Они практически неизвестны, но некоторые постройки накрыты очень толстым слоем глины. Не земли, как обычно, а именно глины. Глина могла принести только водный поток. Еще в 50-е годы в горах Курдистана американскими археологами была открыта крупная карстовая пещера. Было доказано, что 12 тысяч лет назад в нее ворвался мощный водяной вал, смывший 3-метровый слой почвы. Приблизительная дата гибели Атлантиды, которая по одной из версий находилась неподалеку в районе Средиземного моря, вполне совпадает по времени с этим событием. Значит, всемирный потоп все-таки был. Но что же вызвало эту катастрофу? Каковы же были причины, которые привели в действие механизм всемирного потопа?
Существует ряд смелых идей, которые в какой-то степени объясняют загадку этого явления. В те дни, когда вострубит седьмой ангел, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. В середине 30-х годов прошлого века американский ясновидящий Эдгар Кейси говорил о будущем изменении береговых линий. По его предсказаниям составили карту мира 21 века. На ней нет крупнейших городов Соединенных Штатов – Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Нет на ней и Нового Орлеана, он под водой. Предсказание Кейси сбылось. Через несколько десятков лет, в сентябре 2005 года, в Соединенных Штатах Америки разразился невероятные силы тропических... В районе Азоро-Гибралтарской системы разлом в результате катаклизма, то есть коллизии, как мы говорим, между африканской плитой, навалившейся на евразийской. Исследователи находят следы Великого потопа на разных континентах. Одна из российских экспедиций кандидата технических наук Андрея Склярова обнаружила их в древнем городе Центральной Америки. Кое-какие следы мы сейчас нашли именно допотопной цивилизации в Мексике. Они практически неизвестны, но некоторые постройки накрыты очень толстым слоем глины. Не земли, как обычно, а именно глины. Глина могла принести только водный поток. Еще в 50-е годы в горах Курдистана американскими археологами была открыта крупная карстовая пещера. Было доказано, что 12 тысяч лет назад в нее ворвался мощный водяной вал, смывший трехметровый слой почвы. Приблизительная дата гибели Атлантиды, которая по одной из версий находилась неподалеку в районе Средиземного моря, вполне совпадает по времени с этим событием. Значит, всемирный потоп все-таки был. Но что же вызвало эту катастрофу? Каковы же были причины, которые привели в действие механизм всемирного потопа? Существует ряд смелых идей, которые в какой-то степени объясняют загадку этого явления. В те дни, когда вострубит седьмой ангел, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. В середине 30-х годов прошлого века американский ясновидящий Эдгар Кейси говорил о будущем изменении береговых линий. По его предсказаниям составили карту мира 21 века. На ней нет крупнейших городов Соединенных Штатов – Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Нет на ней и Нового Орлеана, он под водой. Предсказание Кейси сбылось. Через несколько десятков лет, в сентябре 2005 года, в Соединенных Штатах Америки разразился невероятные силы тропический ураган Катрина, который накрыл весь Новый Орлеан. За считанные часы один из красивейших современных городов был разрушен и превратился в гниющее болото с плавающими в нем трупами людей. Самая мощная страна мира оказалась бессильной перед безжалостной стихией, ибо предвидеть масштабов этого бедствия не мог никто. Однако Эдгар Кейси предупреждал. Беспрецедентным событием было заседание Совета Безопасности в ноябре 2007 года. Постоянный представитель Великобритании при ООН Джон Перри заявил, что в новом столетии основной угрозой человечеству, причиной нестабильности и исчезновения целых государств, станет изменение климата планеты. Озабочен тем, чтобы сократить число техногенных выбросов в атмосферу. Но можно сказать, что все эти факторы не составляют и 10% от выбросов в атмосферу углекислого газа вследствие геотектонических процессов. Хребты, которые пронизывают дно Мирового океана, постоянно имеют высокую вулканическую активность. И происходят гигантские выбросы газов, с которыми человеческая деятельность просто несопоставима. У нас один вулкан способен выбрасывать в атмосферу столько углекислого газа, сколько не производит наша промышленность там за десяток лет. Известно, что за последние 50 лет воздух в Антарктиде потеплел на 2,5 градуса. Вместо снега там уже идут дожди. Чтобы проверить идею о влиянии промышленной деятельности человека на изменение климата планеты, ученые сопоставили данные потепления в Антарктиде и в других частях света, где влияние парникового эффекта уже доказано.
Это сравнение показало, что в Антарктиде происходят иные процессы, и что человек, возможно, не главный виновник глобального потепления. Но причины, по которым оно все-таки происходит, остаются. И одной из них наши ученые стали называть Солнцем. Четвертый ангел вылил чашу свою на Солнце, и дано было ему жечь людей огнем. Дело в том, что предания говорят о том, что наше это Солнце, наш мир, оно погибнет в огне. Есть одна из версий, что эти события, это предсказание связано именно с возрастанием активности Солнца. Снимки солнечной короны, сделанные астрономами во время затмения 29 марта 2007 года, показывают, что в работе Солнца произошли явные изменения. Астрономы Пулковской обсерватории утверждают, Солнце разогрелось так, что наблюдается интенсивное таяние ледников на Марсе. Древние жители Мексики в своих календарях, например, упомянули 2012 год, да, о том, что грядет какая-то катастрофа, смена как бы пятого солнца и смена идет катаклизм. Поэтому 2012 год не за горами, мы посмотрим, что за этим нас ждет. Удивительно, но специалисты выяснили, что следующий цикл солнечной активности придется на 2011 год, и по мощности он будет самым сильным за последнюю тысячу лет. Создается впечатление, что индейцы майя знали, что Солнце может разгневаться на человечество, и даже указали точную дату. Значит, в активности Солнца причина глобального потепления? Нет. Оказывается, и в этом случае ученые отвергают однозначный ответ. Дело не только в возрастании активности Солнца. Дело в том, что активность Солнца непосредственно связана с состоянием нашей ионосферы Земли. Разразился невероятной силы тропический ураган Катрина, который накрыл весь Новый Орлеан. За считанные часы один из красивейших современных городов был разрушен и превратился в гниющее болото с плавающими в нем трупами людей. Самая мощная страна мира оказалась бессильной перед безжалостной стихией, ибо предвидеть масштабов этого бедствия не мог никто. Однако Эдгар Кейси предупреждал. Беспрецедентным событием было заседание Совета Безопасности в ноябре 2007 года. Постоянный представитель Великобритании при ООН Джон Перри заявил, что в новом столетии основной угрозой человечеству, причиной нестабильности и исчезновения целых государств, станет изменение климата планеты. Его слова подтверждают ученые. Полярные льды могут полностью растаять через 60 лет, и тогда жизнь на Земле изменится до неузнаваемости. Уровень мирового океана поднимется настолько, что многие прибрежные страны, а в них живет треть населения Земли, уйдут под воду, а оставшиеся участки суши станут безводной пустыней. Мы прошли точку невозврата. И эта точка невозврата пройдена была примерно в году в 1960-м. Именно тогда, где-то между 1950-м и 1960-м годом, биомасса человечества, мы с вами, плюс наши сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственные растения, вот все-все вместе, биомасса, вот все, что связано с антропогенным, превысила биомассу суши, превысила естественные леса, превысила естественные поля. И похоже, что вот с того момента, где-то 60-х годов, все изменилось и все потекло по-другому. Согласно выводам экспертов ООН, причина сегодняшних аномалий, вызывающих глобальное потепление, так называемый парниковый эффект. Заметив эту опасность, государства еще в 1997 году подписали Киотский протокол – международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Часть ученых высказалась цифрами в руках, что Киотский протокол надо подписывать, что действительно вклад парникового эффекта в потепление значительный. Вот это один из рычагов сдерживания потепления климата. Прошло несколько лет, и неожиданно мнения ученых разделились. Многие из них заявили, промышленная деятельность человека не является основной причиной изменения климата на нашей планете. Сейчас весь мир озабочен тем, чтобы сократить число техногенных выбросов в атмосферу. Но
можно сказать, что все эти факторы не составляют и 10%. За считанные часы один из красивейших современных городов был разрушен и превратился в гниющее болото с плавающими в нем трупами людей. Самая мощная страна мира оказалась бессильной перед безжалостной стихией, ибо предвидеть масштабов этого бедствия не мог никто. Однако Эдгар Кейси предупреждал. Беспрецедентным событием было заседание Совета Безопасности в ноябре 2007 года. Постоянный представитель Великобритании при ООН Джон Перри заявил, что в новом столетии основной угрозой человечеству, причиной нестабильности и исчезновения целых государств, станет изменение климата планеты. Его слова подтверждают ученые. Полярные льды могут полностью растаять через 60 лет, и тогда жизнь на Земле изменится до неузнаваемости. Уровень мирового океана поднимется настолько, что многие прибрежные страны, а в них живет треть населения Земли, уйдут под воду, а оставшиеся участки суши станут безводной пустыней. Мы прошли точку невозврата. И эта точка невозврата пройдена была примерно в году в 1960-м. Именно тогда, где-то между 1950-м и 1960-м годом, биомасса человечества, мы с вами, плюс наши сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственные растения, вот все вместе, биомасса, вот все, что связано с антропогенными, превысила биомассу суши, превысила естественные леса, превысила естественные поля. И похоже, что вот с того момента, где-то 60-х годов, все изменилось и все потекло по-другому. Согласно выводам экспертов ООН, причина сегодняшних аномалий, вызывающих глобальное потепление, так называемый парниковый эффект. Заметив эту опасность, государства еще в 1997 году подписали Киотский протокол, международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Часть ученых высказалась цифрами в руках, что Киотский протокол надо подписывать, что действительно вклад парникового эффекта в потепление значительный. Вот это один из рычагов сдерживания потепления климата. Прошло несколько лет, и неожиданно мнения ученых разделились. Многие из них заявили, промышленная деятельность человека не является основной причиной изменения климата на нашей планете. Сейчас весь мир озабочен тем, чтобы сократить число техногенных выбросов в атмосферу. Но можно сказать, что все эти факторы не составляют и 10% от выбросов в атмосферу углекислого газа вследствие геотектонических процессов. Хребты, которые пронизывают дно мирового океана, постоянно имеют высокую... Нашли именно допотопные цивилизации в Мексике. Они практически неизвестны, но некоторые постройки накрыты очень толстым слоем глины. Не земли, как обычно, а именно глины. Глина могла принести только водный поток. Еще в 50-е годы в горах Курдистана американскими археологами была открыта крупная карстовая пещера. Было доказано, что 12 тысяч лет назад в нее ворвался мощный водяной вал, смывший трехметровый слой почвы. Приблизительная дата гибели Атлантиды, которая по одной из версий находилась неподалеку в районе Средиземного моря, вполне совпадает по времени с этим событием. Значит, всемирный потоп все-таки был. Но что же вызвало эту катастрофу? Каковы же были причины, которые привели в действие механизм всемирного потопа? Существует ряд смелых идей, которые в какой-то степени объясняют загадку этого явления. В те дни, когда вострубит седьмой ангел, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. В середине 30-х годов прошлого века американский ясновидящий Эдгар Кейси говорил о будущем изменении береговых линий. По его предсказаниям составили карту мира 21 века. На ней нет крупнейших городов Соединенных Штатов – Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Нет на ней и Нового Орлеана, он под водой. Предсказание Кейси сбылось. Через несколько десятков лет, в сентябре 2005 года, в Соединенных Штатах Америки разразился невероятной силы тропический ураган Катрина, который накрыл весь Новый Орлеан.
За считанные часы один из красивейших современных городов был разрушен и превратился в гниющее болото с плавающими в нем трупами людей. Самая мощная страна мира оказалась бессильной перед безжалостной стихией, ибо предвидеть масштабов этого бедствия не мог никто. Однако Эдгар Кейси предупреждал. Беспрецедентным событием было заседание Совета Безопасности в ноябре 2007 года. Постоянный представитель Великобритании при ООН Джон Перри заявил, что в новом столетии основной угрозой человечеству, причиной нестабильности и исчезновения целых государств, станет изменение климата планеты. Его слова подтверждают ученые. Полярные льды могут полностью растаять через 60 лет, и тогда жизнь на Земле изменится до неузнаваемости. Уровень мирового океана поднимется настолько, что многие прибрежные страны, а в них живет треть населения Земли, уйдут под воду, а оставшиеся участки суши станут безводной пустыней. Было целые страны – Дании, Голландии, Бельгии – больше не существует. Становится не по себе, когда читаешь эти строки. Несколько успокаивает лишь то, что их писала бойкое перо журналиста. Но вот что говорил американский ясновидящий Эдгар Кейси о будущем России в этом процессе. Климат в будущей России станет менее суровым и более благоприятным. Центром возрождающейся цивилизации я вижу Западную Сибирь, которая будет самым безопасным местом на Земле. Он правильно говорит. Это одна из самых больших плит в мире, где никаких землетрясений не было, нет и не будет. Все правильно. И у нас на русской платформе тоже не будет. У нас только отраженные могут приходить и так далее. Он абсолютно прав. Если Кейси прав, то для России грядущие изменения пройдут без многомиллионных человеческих жертв. Однако, что бы ни случилось в будущем, человечество все-таки остается одной семьей. И справляться с грядущими трудностями нам придется всем вместе. Что-то мы уже можем противопоставить стихии. Против метеоритной опасности разработчики программы «Цитадель» предлагают направленными взрывами ракет менять траектории астероидов, угрожающих Земле. Уже сейчас возможно более точно предугадывать землетрясения и гигантские цунами. Но как быть с усилением солнечного излучения? Что делать перед наступлением моря? Людям нужно пересмотреть все свои критерии и оценки. Все должно отступить перед страхом всеобщей гибели, все наши разногласия. И какая-то борьба, все это нелепо до предела. Нужно взяться за руки и всем бороться за выживание. Объединение уже началось. 24 сентября 2007 года более 150 государств приняли участие во встрече на высоком уровне в штаб-квартире ООН. На заседании присутствовали порядка 80 глав государств. Основные обязательства по ограничению выбросов парникового газа взяли на себя страны Евросоюза, Японии и Канады. Россия и Украина обязались сохранить выбросы на уровне 90-го года. Китай и Индия обязательств на себя не брали. Отказались от участия в квотах по выбросам парниковых газов в атмосферу и Соединенные Штаты Америки. Как говорится, имеющий уши да услышит. Только времени осталось совсем немного.